Всем доброго здоровья и мир вашему дому, дорогие друзья. Этим летом у нас произошло очень много интересных событий, лично в моей жизни и конкретно в нашей деревне. Сегодня я хотел рассказать про одно очень важное, очень такое яркое событие. Пожалуй, такое было первый раз за все 30 лет существования этой деревни. Вокруг этого события очень много всяких легенд, домыслов, всякой лжи непонятной. Вот сегодня я расскажу исключительно правду, потому что, ну, являюсь жителем этой деревни, соответственно, все это было при мне. Вот, расскажу, значит, видение со своей точки зрения, как я это увидел, как мы это увидели, и расскажу только правду. Врать мне смысла вообще нету, тем более мы люди верующие, и лжецы Царствие Божие не наследуют. Итак, так что же случилось в нашей деревне этим летом? Никто не знает. Сейчас мы откроем, поведаем вам эту тайну страшную. Мы сейчас находимся на месте преступления, то есть этим летом случилось преступление с одним человеком. Вот, значит, это очень хорошая такая рощица, красивая, которая растет возле деревни. Но давайте обо всем по порядку. Значит, 10 июня каждый год по графику к нам в деревню приезжает ее почетный житель Лапкин Игнатий Тихонович. Как и каждый год, как и до этого, то есть там приезжают, чем-то они заняты, работают. Ну, тем более сейчас вообще как бы неинтересно, чем они там занимаются, что. Ну, ездят, да ездят. То есть вот когда деревня основывалась, то было такое, что он каждый год, каждый раз, там чуть ли не каждый день по дворам проходил, там кто во сколько встает, там что делает. Сейчас этого нету. Ну, вот. Чем-то они занимаются, слава богу, их не слышно, не видно. Приезжают к нему адепты всякие разные. И в этом году, в очередной раз, он там уже несколько лет подправляет свои плотины. То есть тут начал озера делать. Вот. Ну, делает так, как, вот, как он это понимает, как он это видит. Значит, они берут, пилят небольшие березки на сваи, вот, на столбушки, и вбивают их для того, чтобы там бобры не прогрызали дырки в земле, и чтобы как-то сохранять озера. Значит, приезжали к нему разные адепты. Там именно в этом году случались разные ситуации, в том числе конфликтные. Говорю разные, в том плане, что женщины, мужчины. Вот. И в очередной раз, значит, они, как обычно, поехали, вот, чтобы заготовить вот эти сваи, значит, для предстоящей работы. Тут с ребятами, видать, естественно, он это не сам делал, была как-то молодежь. Вот. Ну, он всем руководил, напилили березки, привезли. Вот. Ну, а мы живем, то есть там, ну, грузовая машина ходит, как бы, я, во-первых, сам участвовал несколько лет назад практически во всех озерах, пилили деревья, там, забивали эти сваи, там, все, вот, то есть, ну, как бы, понятно, что человек чем-то занят, и бог с ним, вот, значит, все, прошло какое-то время, поступает в месяце июня, число точно не буду говорить, чтобы не ошибиться, поступает звонок, значит, в мамонтовскую полицию, в нашу. Звонок, значит, якобы анонимный, значит, и вот человек на той стороне провода говорит о неком преступлении, которое вот тут происходит, а органы, значит, обязательно должны отреагировать, это естественно. Вот, значит, в какое-то воскресенье, в какое-то, потому что, ну, число опять же не скажу, я уехал с семьей в Барнаул, в храм. У нас старобряческий храм в Барнауле. И мало того, что еще в этот день встречал свою тещу на вокзале. Вот. В этот день, воскресенье, приезжает сюда полиция. То есть приезжают следователи, там еще кто-то приехал. Значит, все это, как бы, я узнаю из достоверных источников. Тут, ну, как бы, все это знают. Игнатий Тихонович об этом сам рассказывал. Мало того, что доподлинно известно, что, ну, не руками Игнатия Тихоновича, у него там помощники есть, значит, снималось видео. Вот. Но этого видео никто не видел на его канале, там, на всех каналах. Это видео, это ключ, разгадка к последующим событиям, которые я расскажу сейчас дальше. Вот. Значит, Значит, они снимать начали не сразу, но что стало известно? То, что приехала вот эта полиция, и им попался Володя Пащенко. Значит, они его сразу опросили,
Вот, тот человек, ну, простодушный, открытый, он сразу все рассказал, по всей видимости, куда как ездили, что как пилили там, вот, скорее всего, это было так, можем предположить. Вот, потом, значит, когда увидел Игнатий Тихонович все это дело, он приказывает Владимиру Пащенко спрятаться, вот, и потом начинается самое интересное, то есть Игнатий Тихонович, который сидел в тюрьме, который никогда не получал, ну, грубо скажу, ни по носу, ни по рогам в своей жизни, вот, начинает хамить, дерзить правоохранительным органам, ведет себя просто похабно, вот, но это, к сожалению, запечатлено на видео, но это никто не видел, вот, а откуда я узнал, вот как Игнат Тихонович говорит, что я помолился и мне Бог открыл. Вот раньше в Ветхом Завете, ну и вообще в Библии, Бог людям открывался, значит, лично говорил, кому-то во сне. Вот, у меня было не так. Вот, я человек грешный, поэтому, ну, самым естественным образом, вот, Бог мне открыл, показал это, в общем, как все это было. Значит, говорю не дословно, но примерно. Игнатий Тихонович говорит следователю, да вы, там, или ты, должна уволиться с этой работы, у тебя нечестная работа. А следователь, женщина, говорит, вообще-то мне моя работа не мешает быть честной. Ну, и там, дальше он говорит, да это, что эти березки, это все Божья земля, и что наполняет ее. А самое интересное, что тут Роман Малыш был, и он говорил те же слова, вот, ну, то есть один в один, этот говорит так же. Значит, я потом, когда у меня есть, значит, люди, которые работали в следственных органах также, я говорю, а что так можно, к тебе приехала полиция, а ты спрятал кого-то. Вот. И следователь говорит, мы дождемся сегодня Владимира Пащенко, что-то там он нужен был подписать там или что-то, я не знаю что. Вот. И все ходят, молчат. Значит, адепты снимают, по всей видимости. Игнатий Тихонович запретил им говорить. Вот. Полицейские спрашивают, говорит, как ваша фамилия, ну, там, человека, который снимал. Он молчит, мне, типа, запретили говорить. Вот. Игнатий Тихонович тут ходит в своей трехколорной кепке. Вот, весь такой там, ну, короче, вел себя весьма оскорбительно по отношению к правоохранительным органам. И когда вот, ну, я, значит, консультировался у человека, человек тоже работал в таких органах, он говорит, они ему этого не простят. Ну, почему? Потому что так нельзя себя вести. Я говорю, слушай, а что, так можно, да, спрятать человека? Он говорит, конечно, так нельзя делать. Вот, значит, но надо отметить, как себя положительно, добродушно вели полицейские. Они несколько раз говорили этому человеку, который, значит, снимает, говорит, сейчас мы вас, если вы не скажете, мы вас сейчас отвезем в отделение. Они несколько раз ему сказали, и когда уже там, типа, мы вас предупреждаем, еще раз, и еще раз, если вы сейчас не скажете, мы вас, и когда уже за руки его схватили, он, а, Игнатий Тихонович, там, меня забирают, там, ну, тогда ладно, тогда скажи, там, как твою фамилию, имя, ну, то есть, а им нужно было, по всей видимости, пробить по базе, там, вот, и интересный такой момент, то есть, получается, для того, чтобы как-то выгородить Игнатия Тихоновича, его адептам позволяется врать. Вот, в принципе, вся вот жизнь Игнатия Тихоновича, она построена на лжи, вот, вся его империя, все на лжи, маленькая, большая, везде ложь, вот, и когда, значит, спросили удостоверяющий документ у этого человека, он говорит, а Игнатий Тихонович паспорта все забирает, когда мы приезжаем, но когда позже, потом приехал ОМОН, и эти же люди сидели в комнате, когда ОМОН у них попросил в это документы, значит, они быстренько в соседнюю комнату прошли, вытащили из своих рюкзаков и все показали паспорта. Вот тоже такой один интересный момент. Значит, провели эти следователи, там отпилили эти березки, там, по всей видимости, нарушение именно за сырорастущие, потому что, ну, насчитали только штраф на 18 березок. Вот. И все, они уехали. Значит, на следующий день, на следующий или во вторник, Игнатий Тихонович срочно собирает собрание. Приезжает староста без 15:09 утра. В 9 часов собрания, то есть 15 минут остается, что случилось? Ну, по всей видимости, что-то случилось. Вот, мы все собираемся. У меня мысль была, что, скорее всего, именно либо по этому поводу, либо что-то случилось. Значит, староста зачитывает заявление. Я скину ссылки под этим видео, значит, на это собрание и на последующее собрание, фильмы, эти ролики, которые я назвал «Хмель-1» и «Хмель-2», потому что, ну, как бы по-другому их не назовешь. В этом ролике, когда предоставили Игнатию Тихоновичу слово, он, значит,
высказал 100% обвинение в мой адрес. Не называя фамилии, имени, он четко обрисовал меня по всем параметрам. Значит, на следующем видео я провожу эксперимент, так скажем, следственный, где всех опрашиваю, и большинство, естественно, поняли, что это про меня, потому что, ну, других людей под те параметры, которые озвучил Игнатий Тихонович, никто не подходит. Вот. При всем том, Игнатий Тихонович ни одного 100% доказательства не сказал. То есть просто, очередное словоблудие, ложь и клевета. Вот как бы, ну, вот эти вот базы, на чем он базируется. Все, дальше он сел и мирно смотрел на тот бардак, который там дальше пошел. Вот, соответственно, ну, я как бы тоже, я был не готов. Меня это, естественно, как человека возмутило. Вот, потому что доказательств вообще ноль. А кто-то говорит, что это было предположение. Но предположение, как говорят юристы, оно высказывается по-другому. Там есть такие слова. Мне кажется, может быть. Я предполагаю, что это, может быть, Алексей сделал, к примеру. Вот, но там не было таких слов, там были 100% слова, как это обычно делает Игнатий Тихонович, и, значит, он высказал такую фразу, что «а теперь ему дается шанс покаяться». В чем покаяться? Он произнес такие слова, что говорит: «Алексей в воскресенье приехал, значит, полицейским показал места, где тут кто что пилил, потом он уехал, а точнее, потом милиция уехала, и он тут въезжает». Вот, но... Интересно, значит, он даже не проконсультировался, не знаю, там ему и Дух Святой не подсказал, вот, что в этот день я был в Барнауле, и возле вокзала я встретил одного из адептов их общины, вот, такой грузный, такой большой дядька, вот, но вот, даже как святые отцы говорят, что, говорит, толстое чрево не дает тонкие мысли, значит, но когда его спросил брат один в его общине, говорит, ты видел Алексея в тот день? Он говорит, да, я видел Алексея, я сидел в машине, мы с ним поздоровались, то есть тут он тоже не соврал, молодец, вот, хватило смелости, как бы, не соврать, вот, и, то есть, я был вообще в городе, меня здесь не было, вот, ну да ладно. Значит, идет время, Игнатий Тихонович клепает ролики, где, значит, называет человека какого-то, то есть вся тень падает на меня, естественно, Иудой, Доиком и Думьянином, вот, я в это время уехал в отпуск, вот, и потом, до этого, значит, случилось-то что, самое интересное, значит, ролики клепает, жизнь идет, тихая, размеренная жизнь идет дальше. Однажды утром мы спим, время там 6:30, время уже вставать, у меня окошко открыто, ну, сетка от комаров, и слышу соседскую собаку, думаю, как она надоела уже, да, встаю такой, смотрю, машина, едет машина по дороге в наш край, значит, похоже на машину родственника, потом, значит, смотрю, газель, думал, Игнатий Тихонович, нет, газель другая, с окошками, потом полицейский, УАЗик, вся эта... колония останавливается, вылетает оттуда в масках в сторону племянника. Я в шоке, такой думаю, что тут происходит. Вот, значит, а племянник был у родителей, он вышел и говорит, кого ищете? Ну, они говорят, барабашей. То есть он указал им, куда они сели и уехали. Я потом, когда посмотрел на другую сторону деревни, в другое окошко, там уже машины стояли, уже люди в масках, там все. То есть уже полным ходом шло это дело. То есть приехал ОМОН. Вот на самом деле, по всей видимости, за всю историю, я не знаю, ну, могу ошибиться, но в Мамонтовском районе, наверное, это первый раз такое, в какую-то глухую деревню приехал ОМОН. Вот. Проводили обыски, то есть, ну, вы это все это знаете, Игнатий Тихонович говорил, у него там, Игнатий Тихонович говорит, там, меня там выкинули. Ну, на самом деле, как сказал следователь, говорит, скорее всего, никто его не выкидывал, потому что, ну, там достаточно, как бы, ну, отодвинули там как-то, вот, понятно, у страха глаза великие, там, он мог наговорить что угодно, вот, и, значит, батюшка тоже одел подрясник, крест и решил съязвить, или сумничать, не знаю как, подходит к ОМОНовцу и говорит, вы бы еще приехали ночью, как в 37-м, ну, на самом деле, это... Вот эта вот шутка, или как это, она была абсолютно неуместна, потому что, как следователь мне пояснил, говорит, что по законодательству вот такие мероприятия сейчас проводятся с 6:00 утра. То есть, ну, пока они выехали, приехали, время уже было 6:30, поэтому тут все законно. Вот. Ну и все, они все обыскали, у кого что нужно, изъяли, значит, технику там компьютерную, все там у Игнатия Тихоновича, и уехали. Вот. Ну, сам факт, что шороху дали очень серьезного.
Вот. Потом очень было забавно наблюдать, когда Игнатий Тихонович со своими адептами, у него ни камер, ничего, они все ходят вот так, то есть, ну и как бы шутку говорю, что не знают, чем заняться, все отобрали, ничего нету, компьютера нету. Вот. То есть они настолько уже забыли от этой натуральной жизни, значит, отвыкли. Дальше что происходит интересное? Я уезжаю в отпуск, а они все это время несколько раз, значит, ездили в Мамонтово несколько раз. Значит, там что-то отписки какие-то писали, что-то со следователем, там, ну, все это дело велось, вот. И когда я приехал, поскольку вот это вот не прекращается, с его стороны вот эти ролики всякие, там, Иуда какой-то там Потеряевский, ага, я поехал к следователю. Значит, добился аудиенции ее, Анастасия Михайловна. Вот, я говорю, слушайте, ну, так как бы объяснил всю ситуацию, я говорю, что тут происходит? Вот, она говорит, такая я же, говорит, сказала братьям Лапкиным, что звонил женский голос. Ну, я так не понял, думаю. Она говорит, я, говорит, им говорила. Мало того, что она показывает мне документ. Говорит, вот смотрите, говорит, кто вот, ну, звонил, заявитель. Там написано Лапкин Алексей Владимирович, 1947 года рождения и номер телефона. Я когда номер телефона набираю, у меня высвечивается матушка. То есть это жена Лапкина и Акима Тихоновича. То есть, ну, вот отца Акима, брата Игнатия Тихоновича. Вот. Ну, весьма как бы непонятно, но она говорит, что там есть ли определитель вообще в дежурной или нет, по идее там сказать можно что угодно, фамилию, отчество, там город, с какого звонил, там вообще там не знаю, можно сказать что угодно. Вот почему? Потому что, говорит, нам важно именно само происшествие, по которому, ну, причина, по которой как бы звонят, что случилось. Вот, я говорю, так а этого человека что не будет на суде? Она говорит, он нам не нужен. И она так, как бы, ну, так вяло говорит, ну, вот вы приехали, раз вы приехали, если хотите, можете написать ходатайство. Но я понимаю, что это дополнительная им работа. Я говорю, да знаете, мне, говорю, это не надо. Вот, я говорю, просто вот, ну, приехал, я возмущен тем, что, говорю, тут травлю только устроили. Вот. Она говорит, с ними, говорит, вообще разговаривать сложно. Я, говорит, им говорю одно, они мне другое. Я говорю, знаете, у меня такое ощущение возникло, что вы, говорю, забоялись. Она такая, я забоялась, говорит, ничего подобного. То, что они, говорит, начали писать там везде, там, в Единую Россию, там, якобы, я слышал, вплоть там до Лукашенко и этого Кадырова, там, причем здесь, да, вот. Она говорит, я им сказала, хотите, говорит, работать, значит, будем работать. Если вы там, ну, жалуетесь там кому-то, пожалуйста, будем, значит, отписываться, писаться, вот, и все такое. Вот, собственно, и все, как бы мы вот так вот поговорили. Значит, она говорит, суд будет открытый, присутствовать там может кто угодно. Я ей дал свой телефон, я говорю, ну вы позвоните, говорю, как это, чтобы можно было там поприсутствовать. И все, как бы вот на этом мы договорились. А еще я у нее спросил, я говорю, слушайте, а можно, говорю, так вот, ну, чтобы там, например, приехали к тебе там следователи, а ты там спрятал кого-то. Она говорит, конечно, этого нельзя делать. То есть это получается, или там тебя спрашивают, а ты там что-то не даешь, что-то прячешь. То есть ты мешаешь как бы следствию, то есть ты не даешь, ну, то есть случилось преступление там по законодательству Российской Федерации, вроде для нас-то это. А я говорю, понимаете, я говорю, вот, ну, вот Игнатий Тихонович, я говорю, вот то, что он, например, пилит, вот березки, я говорю, если бы он был бы там, ну, каким-то, как это, браконьером там или как назвать, если бы он выпилил бы там, например, там 10 на 10 метров площадку, я говорю, мы бы тоже бы его бы прихватили бы за жабры, как говорится. Вот. Но он, говорю, прореживал. Вот. Это все, говорю, ну, знают, что, говорю, прореживает он и там, значит, это, куда-то их там не продает, их, а там куда-то их делает, то есть и бог с ним, делает и делает. Вот. Ну, как бы вот, в общем, я и так пояснил в двух словах. И все. Вот, значит, но... как после ОМОНа и после того, что все изъяли, Игнатий Тихонович начинает выпускать ролики, что эта программа по уничтожению деревни там и все такое, там нас уничтожают, Потеряевку уничтожают, там такие громкие заявления. Но нигде, ни в одном ролике он не сказал, что это приезд ОМОНа, это является следствием его хамского поведения, дерзкого поведения с органами власти. Покажите, где так можно делать. Покажите, где в Библии апостол Павел себя хамил, там, не знаю, с Фестом там, или там, с кем он там разговаривал. То есть нигде мы этого не видим. Вот. Но я говорю, это такой человек, это его обычная как бы манера общения. Вот. То есть он, как говорил, со Златоустом путь житейный пройден, с той стороны на все гляжу. То есть на самом деле он еще не с той стороны, он здесь. Вот.
Он говорит, меня там никто не могут там достать. На самом деле достали. Вот. И никакого нету разрушения деревень. Была такая программа, да. Может быть, в общем и целом там мировое правительство, да, это есть такое, да. Но только не в этом случае. Не этот приезд ОМОНа. Вот. Здесь четко, конкретно, по конкретному человеку вот такой позор случился на весь район. Вот. То есть ни в районе, да ну нигде такого нету. Какая-то глухомань, в какую-то глухомань приехало 6 машин, 24 или 26 там человек. Вот. Ну, собственно, вот там брали со всех показаний и так далее. То есть, ну, это все известно. Теперь, значит, когда я вот это все узнал, я начал проводить свое расследование. Соответственно, я подходил к матушке, вот, к батюшкиной, и, значит, как говорится, выяснил, что она что-то знает. То есть тут два варианта. Либо это звонила она лично, либо это звонили люди, женщины, которые с ней общались, которые приезжали к Игнатию Тихоновичу. Но я сказал ей, и вот хочу сказать сейчас сюда, на камеру, что если вы, дорогая женщина, если ну, кто-то из вас, как вас зовут, не знаю, вы позвонили, то есть я не держу на вас обиду вообще нисколько. Вот, я вас понимаю. По всей видимости, у вас было серьезное основание, вы были сильно обижены вот, на действия Игнатия Тихоновича, что вы решили таким образом, ну, как-то там, ну, отомстить как-то, вот, там, не знаю, за себя. Вот, ну, понятно. В общем, вы были обижены. Вот. И у меня большое к вам предложение. Пожалуйста, выйдите на меня, свяжитесь со мной, и давайте мы заснимем ролик по скайпу. Значит, как вы решили это сделать? Почему, то есть, почему так, откуда мысль такая пришла, что случилось, как вы это сделали, вот, и тогда будет окончательно, ну, просто окончательно понятно, что произошло и кто такой Игнатий Тихонович, ведь все базируется на его словах, я помолился, и мне Бог открыл, что это сделал, ну, вдруг, как бы, потом, что это сделал Алексей, вот, мало того, что в своих роликах он не называет свое имя, но в разговоре недавно с человеком с одним, он конкретно называет мое имя. Он говорит, что это Алексей там вот, ну, там, почему-то там, почему-то вот он себе надумал и что это. А потом, значит, когда я с матушкой поговорил, то есть вот если бы я хотел добиться правды, как бы я сделал? Я бы взял ее, взял этот телефон, паспорт, поехал бы к оператору, телефон, на который, да, у нее есть, значит, и взял распечатку. Там, значит, например, за 26 число там или за какое, было бы видно. Они дают распечатки такие, что с этого номера позвонили четко на вот такой номер. Вот. По крайней мере, уже была бы какая-то близкая правда, что, значит, либо звонили с этого телефона, либо еще там с какого-то. Вот. Но матушка мне говорит, что, значит, то ли она пообещала, если это кто-то позвонил, значит, не говорить. Если она сама, значит, это, значит, ну, позвонила, я, говорит, боюсь, что меня Игнатий Тихонович будет душить. Значит, однажды Игнатий Тихонович ее два раза душил, вот, здесь, в деревне, когда начинала деревня строиться, ну, тут всякое было, вот, и прям конкретно душил, тут вызывали милицию тоже, и потом, когда милиция, значит, допрашивала там одного из жителей, тут допросили, он сказал правду, а потом, когда все уехали, Игнатий Тихонович подходит ему и говорит, ты предатель, ну или там без слова, ты там предатель, ну что, как Игнатий Тихонович говорит, что христианин может говорить только правду, либо молчать, ну вот, ну тот человек сказал правду, вот и все, то есть тут как бы из-за этого вот она боится сказать, что, ну, поэтому, ну, сейчас, слава Богу, он уехал, как бы, и я вот это говорю, что с ней как бы тут ничего не произойдет, и тем, значит, женщинам или женщине, кто это позвонил, ну, я тоже говорю, что Игнатий Тихонович с вами ничего не сделает, вот, ну, просто теперь уже, как бы, я говорю, ни злобы на вас нету, ничего, но этой ситуации Бог открыл, кто есть кто. Открылись лица, открылось вот это событие. И еще раз говорю, что я понял, что Игнатий Тихонович просто лживый клеветник еще раз. Вот. У него это звание уже там года два назад уже висит на нем, потому что он сказал, что я помолился, и мне Бог открыл. Вот. А на самом деле,
Что он мог открыть, когда я этого не делал? А почему ему Бог конкретно не указал, что именно вот мое там имя, или чье-то, или что это не я, что конкретно кто-то сделал? Вот. Или вообще вот в Библии написано, да, Бог открывает, говорит, пойдешь туда, увидишь что-то там, кто-то с кувшином пройдет, там этот со слом зайдет. Вот. То есть тут ничего этого не было сказано из его слов. Почему? Потому что, ну, то есть непонятно, с каким он Богом разговаривает вообще. Про что он говорит? То есть, если он это не говорит, значит, этого не было. То есть, а сейчас он может выдумывать уже что угодно. Вот, но то, что было, уже это не вернешь. Это уже стоит уже в роликах. Вот. И когда на втором собрании я произвел эксперимент и призвал его к тому, чтобы раз он знает это 100%, ему Бог открыл, скажи, кто это? Все, он показал вот так палец, сел. Почему? Потому что сказать было нечего, то есть очередная ложь. Когда его по жизни такая ситуация, когда его припирает к стенке, он не знает, что сказать, и молчит. Ну, то есть, иными словами, если в духовном смысле сказать, Бог просто заграждает лживые уста. Вот, сказать нечего. Опять же, почему? Потому что в своей манере выплеснул ложь резко, ни с кем не посоветовавшись, а собрался бы с батюшкой, бы к брату, бы к своему пришел. Слушай, так и так вот случилось, вот давай там его призовем один на один, поговорим там, да, вот сначала бы. Там, ты это сделал, зачем ты это сделал? Вот, то есть, ну, как бы даже любому жителю Потеряевки на самом деле, честно сказать, вообще не до этого. Просто ни мыслей таких нету, просто некогда, честно, этим заниматься. Вот, чтобы тем более звонить, там, ну, он занимается и занимается. Тем более, это уже не первый год. Не первый год это происходит, когда вот он берет, он сам это признает. Он говорит, а мы там в каком-то году там напилили там 300 там деревьев или сколько-то. Ну, вот у него есть в роликах. Ну, вот, поэтому как бы на это никто не смотрит. И исходя из этого, кто ему там что открывал, кто ему что говорил, значит, там ничего этого нету, абсолютно ничего этого нету. Ну, то есть любой думающий может это понять. Вот. А просто в его манере дурить народ, своих адептов, ну, то есть это нормально абсолютно. Ложь, как бы, на чем все держится. И чем ложь больше, тем в нее больше поверят. Вот он это постоянно транслирует, это слова Геббельса. Вот. Так что вот он ими пользуется. На самом деле для нас то, что произошло, как бы, ну, для простого человека, понятно, это не преступление, тем более для жителей, ну, деревни, вот, но есть российское законодательство, мы живем в российской стране, и мы должны его знать, и незнание законов лично нас не освобождает от ответственности, вот, всех наших зрителей, я прошу, если есть вопросы, пишите комментарии, вот, возможно, мы здесь что-то не обсудили, что-то не рассказали, возможно, если соберутся вот опять, ну, несколько вопросов таких, мы сделаем ролик еще, вот, где я, может быть, что-то, какую-то другую ситуацию расскажу подробнее, если она мне известна, вот, поэтому пишите, не стесняйтесь, будем рады. А для меня вот это лето было весьма показательное, то есть так делает Бог. И то, что вот они потом на Володю накинулись, да ты там простодырый, там, зачем тебе кто... Знаете, такое ощущение, вот лично у меня возникло, что Игнатий Тихонович Бога не верит. Либо, как в Библии написано, говорит, его сердце было не в полной мере предано Богу. То есть здесь верю, здесь не верю. Почему? Потому что если так допустил Бог, если так сделал Бог, вы зачем его теперь? Ну вот он такой человек, он всегда был таким и всегда и останется таким. Вы почему не верите в то, что это все Бог это так попустил сделать? Для чего? Для того, чтобы человек, Игнатий Тихонович Лапкин, принес покаяние за все свои грехи и так далее, за ложь и клевету, которую он несет. Вот. То есть Бог, пока он живой, вселюбящий Бог, всемилостивый, дает маленькие щелчки по носу. Ничего страшного не случилось. А Игнатий Ильич говорит, ой, все благословенно. Ну, можно сказать, все благословенно, да. Но уголовное дело завели, технику изъяли, штраф заставили платить. Они много раз ездили в Мамонтово, сколько они там бензин потратили. Значит, был суд, там все. А так все как бы все благословенно. Вот. А на самом деле тут, ну как, с одной стороны, можно сказать, ну, не благословенно, а просто Господь помиловал, по милости Божией, Бог сделал и даже штраф уменьшил. Вот. А я следователю говорю, слушайте, говорю, а вы как вы относитесь к критике? Она говорит,
да, пожалуйста, ну, как бы, к критике, говорю, правоохранительных органов. Я говорю, вот, ну, там, люди смотрят, например, которые в вашей профессии, говорят, что вот даже приезд вот первых следователей был, как бы, ну, там, там немножко ошибка, там немножко не так в это. Она говорит, ну, да, вот, говорит, даже технику надо было, говорит, сразу изъять, то есть, ну, так положено, вот. Я говорю, как так получилось, что ОМОН приехал и... значит, адреса не знают. Она говорит, ну да, вот тут адреса не узнали. То есть, ну, как бы немножко несерьезно, вот, что приехали к барабашам, а уехали на другой конец деревни, вот. Вроде как смешно, забавно, ну, по факту, вот, так, ладно. Вот, поэтому прошу вас, свяжитесь со мной, значит, мы обязательно запишем ролик, вы все расскажете, и мы просто положим этому конец. И все люди узнают, то есть, ну, и пускай все знают, я вот всех людей прошу, распространяйте этот ролик, значит, чтобы все знали, что в этом году в Потеряевке случилось не что-то глобальное, никто нас не уничтожает, ну, вот, в каком-то в точечном варианте, так скажем. Да, какие-то есть там, может быть, силы, которые в общем и целом там вредят России, в принципе, ну, это понятно. Вот. А так мы живем тихой, мирной жизнью, нас власти охраняют, вот, и все, как бы, вот этот лесок, его никто не садил, вот, поначалу Игнатий Тихонович, да это наш лес, там, мы его садили, его никто не садил, значит, распахали они землю в 90-м и просто семечки с других берез сюда насеялись, и вот получилась такая прекрасная рощица. Но, опять же, по Божьей милости, когда оформляли леса в лесфонды, то вот те люди с лесничества там или как, то есть, ну, по идее, они, наверное, должны были как-то выезжать, то есть, скорее всего, никто не выезжал, а просто по картам посмотрели, по старым, наверное, со спутника или как-то, лесфонд отметили там, а этот лесок, как бы, получается, не отметили, и он уже как муниципальная земля, поэтому, ну, и как бы и штраф получился вот такой поменьше. Вот, в следующем ролике обязательно смотрите, я расскажу вам, как я побывал на суде. Это очень интересно, там тоже несколько таких знаковых событий. Значит, я расскажу, что сказал батюшка, о чем, как говорится, утаивает сейчас Игнатий Тихонович, как он себя вел, то есть, ну вот, собственно, всю правду, как это было. Оставайтесь с нами, всего хорошего и с Богом.